Так что идем мы на Лысую гору сегодня. Старшики печеньками закидываются. Младшие волнуются, переживают, кто еще не был. Вот так вот нас много. Будет здорово. Все, двинули на Лысую гору. О, красавчики. Первые красавчики определились. Я им даю подкорм. Чтобы дошли до горки. Ребят, не растягиваемся. На автобусе? Туда автобус не ходит, электричка тоже. Мы доведем. Тогда уж довезем. Ну, в принципе, для вас тренировка ног будет. Вот такой у нас нескончаемый поток каратистов, бойцов. 120 бойцов. Кёкушина. Кёкушин Хакасии, мощь Сибири, будущие чемпионы России и мира. Вот так вот мы идем все дружно. Чемпионы всея мира будут. Кёкушин Хакасии еще скажет свое дело, свое слово, покажет всем. В общем, мы тут идем с музоном, качаем. Весь основной строй, конечно, нам завидует сейчас. Мы под музон идем. Идем уже минут 20. Но это только по асфальту. Самое интересное будет у нас впереди, когда мы начнем подниматься на Лысую гору. И там вы увидите шикарный вид. Я вам обязательно это покажу. Так, смотрите, чтобы у меня тут дорога ровная была. Вот это та самая Лысая гора. И вот туда вот, на самую макушку мы сейчас пойдем. Интересно, сколько у нас по времени это займет. Что это мы тут едим? Земляничку? Да. Нет, там вот можно мне в кадр? Ребята постарше хотят показать, что такое настоящий каратистский контент. И мы его показываем уже тут. Это канал Шоу Медведя. О, Шоу Медведева будет у нас новый канал. Подписываемся все на канал Медведева Игоря. Здравствуйте. А вот тебе ее возьми, в рюкзак положи. Так, не обзываемся. Да что ты там приставка? Они вам ничего не сказали? Они не знают еще. А это кто говорит? Нормально? Полина у нас вчера пачку чистила. Ой! Вот такая вот. Вот, смотрите, ребятишки у нас. Какую ягоду, свежайшую уже. Ой, какая она аппетитная. Красота. Уже идем на Лысую гору минут 25. Начинается самое интересное. Начинаются подъемы. И отстающие. Бегом, бегом, ребят, подтянулись. Так вот идем. Ягодка красная. Ребятишки идут. Кто ягодку будет, клубничку? Я. Так, быстро побежали. Держи, держи клубничку. Ребята. Вот за что? Вот за что на ногу наступили, а? Вот все, начинается первый серьезный подъем. Покажи, сколько ты уж собрала. Ну, ты еще мало. Мало? Ну, надо еще собирать. Давай я понесу. Я буду никуда не нести. Первое препятствие. Первое поваленное дерево. Что-что, сэмпай? Где? Упал, да? Да, упал. Поднимайте дальше в бой. Подъемчик очень хороший. Уже минут 35 идем. Вот так вот мы пробираемся сквозь лес. По тропе в гору. 40 минут уже поднимаемся. Начинаются
реальный подъем. Вот здесь уже, вот я камеру поднимаю наверх. На самом деле, если я прямо ее поставлю, я буду смотреть в землю. Костя, дурак, ты где пошел? Так, я, наверное, пойду обойду вот эту тропу. Вот тут начинается уже реальный подъем. О, дети уже тут лисички нашли. Земляника. Клубника. Кого нашла? Лисички. Лисички. А лису не нашли, мохнатого волосатого? Они предлагают. Степа, ты землянику находил? Да. Ел? Да. Хорошо. Вот такие вот условия. Ага. Че, еще раз повтори. Меня. Уже хотя чтобы я их понес. А меня, сэмпай, кто нести будет? Давайте я вас понесу. Я боюсь, если я к вам на обратном пути на шею залезу, мы скатимся очень быстро. Вот это подъемчик пошел. Огонь. Я смотрю прямо. Теперь оцените, какой здесь подъем. Правильно говоришь. Привет подписчикам. Ютуб, привет. О, у меня интернет здесь ловит. Здесь у всех 3G. Анализы, главное, тут не сдай. Подъем, вот чтобы вы уровень видели, прямо держу телефон, а теперь я вниз опускаю на 45 градусов. Подъем 45 градусов. Реально. Некоторые детишки говорят, что они становятся сильнее. И они чувствуют, как у них из них выходит слабость. У меня уже выходит слабость. Вон, уже говорят, выходит слабость. Ос! Первый привал! Привет, самые выносливые каратеки уже наверху. А это у нас подкрадываются каратеки, которые... Вот это прыть, вот это да! Вот это огонь! У нас ребятишки мега современные. Есть специальное приложение. О, где экран? Сейчас мы идем в походе уже 37 минут 44 секунды. Сейчас небольшой привальчик. 2 километра 51 метр, да, прошли? Да. Подъем 364 чего? Метра? Метра. То есть мы на высоте сейчас 364 метра над уровнем моря. И нам еще шлепать и шлепать. Держу прямо камеру, поднимаю под углом 45 градусов. И вот туда мы сейчас пойдем место. Дальше. 400 метров над уровнем моря. И это мы поднялись буквально за каких-то 40 минут. Это начало. Мы дошли! Ой, я что-то вижу. Нет. Последний рывок. Ой, счастливчики Лысой горы на сегодня. Помахали. Я почти первым. О, молодцы все. Преодолели свою слабость, свой страх, свою лень. Я да. А вот теперь посмотри, какая здесь красота. Можно попить водички. Все, мы на самой макушке Лысой горы. Настроение у всех, огонь. Ребятишки думают, что они пришли отдыхать, на самом деле они тренировали силу воли, дух, преодолевали свои слабости, становились сильнее. И сейчас они такие довольные, говорят, а мы еще сюда приедем. Да? И вот так. Он удачи! Ус! И Дарья Санч, удачи! Йой! Ус! Аджимет! Йей! Уэцки! Ус! Я ты! Ус! Ич! Жестче! Жестче! Жестче!
Go! Rock! Set! Cut! Go! 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 Такая вот здесь красотища, неописуемая. Сегодня было огромное достижение для многих бойцов, для многих спортсменов, особенно для тех ребятишек, для маленьких, которые первый раз приехали в Сосновый Бор и которые увидели Лысую гору, которые ее покорили. У меня одно из 150 желаний было покорение вершины. Да, я здесь когда-то был, но в последнее время поставил себе цель сюда подняться еще раз. Это было очень тяжело даже для меня. Я не представляю, как это было тяжело для детей, но мы это сделали, мы молодцы. Кёкушин сила, Хакасия против наркотиков. Ус! Вот так вот у нас старшие пояса загорают, сказали, что сегодня никуда не пойдут, остаются здесь. Помашите ручками. То, что мы сюда поднялись, это один вопрос. Теперь нужно отсюда спуститься. Ноги качают, все правильно. Илья Александрович, повернись. Все, мы спускаемся. Подъемчик здесь, конечно, я скажу. Вот если я стою по горизонтали, телефончик держу. А спускаться нам аж туда. 45 градусов. Высота была 440 метров над уровнем моря. И дистанция 2800 километра от Соснового Бора до макушки Лысой горы. Ох, чуть не уехал я. Кругом земляника растет, запах трав. Тут столько насекомых всяких, живых. Цивилизации здесь нет. Есть только тропа, свежий воздух, шикарные виды. И настроение. Единение с природой – это круто. Вот такая вот тропа. Реально прорываемся через ветки, через кустарник. А здесь еще после дождичка скользко. Главное на попе не уехать. Только что вышел из кустарника и сразу в лес впадаю. Где мох? Смотрите, земляника растет. Грибы здесь. Лисички вон ребятишки нашли. Ну и склон, конечно. Ого-го. Не спеша спускаемся. Вот я смотрю прямо. А теперь нужно идти вниз. 45 градусов спуск. Жуки летают. Хеликоптеры. О, провоцируют. Нападает. Комары с кулак. Идут наши спортсмены уже в лагерь. Голодные, кушать хотим? Кто-то все время хочет, я все время хочу кушать. Там и лучше у тебя ровно. Ловят бабочку. Не поймали? Мы один раз поймали. И она улетела. Все, спустились мы с горы. Построились, сейчас выходим. Привет! К отряду. Как настроение? Кушать хотим? Хочу. Шашлыки идем жарить? Кто банкует шашлыками? Я. Кто? У меня мясо. Есть мясо? Да. Давайте мы вас едим. Давайте меня, я очень вкусный. Я не верю. Я сладенький.